Здравствуйте, уважаемые слушатели и подписчики. Продолжаю свою объемную и обширную серию из различных народных и нетрадиционных рецептов по лечению сахарного диабета. Все мы знаем, что сахарный диабет – это опасное, тяжелое и очень страшное заболевание, особенно первого типа. И борьбу с ним необходимо проводить постоянно, на постоянной основе. Я снял уже большое количество народных, самых известных, самых эффективных рецептов для лечения сахарного диабета и помощи при сахарном диабете для снижения сахара в крови. Разместил все эти рецепты в плейлист. Досмотрите данное видео до конца, увидите большой квадрат, перейдите на него, нажмите, и вы сразу попадете в плейлист. Там есть такой маленький плюсик, нажмите на него, вы сохраните все эти рецепты у себя на канале. Необходимо на постоянной основе, чередуя данные рецепты, применять их для того, чтобы сахарный диабет не прогрессировал. В некоторых волшебных случаях возможно даже полное излечение. Так как если ничего не делать, диабет будет дальше прогрессировать. И сегодня я поведаю заговор, ритуал на свечах. Желательно данный обряд проводить на убывающую луну в светлое время суток, утром. Идем в церковь. Заходим в церковь, смотреть никуда не нужно, ни на лики святых, никуда. Смотрим в пол. Подходим туда, где продают свечи, и без сдачи нужно дать какое-то количество денег и взять 13 свечей. Сдачу не брать, и выходим из церкви, держа в руках данные свечи. Выйдя из церкви, буквально 10-15 метров, произносим такие слова. Можно это делать шепотом. Выгоняю из крови своей разрушительную сладость. Уходи, диабет. Не нужна никому злая гадость. И продолжаем идти, уходим. Приходим домой, устанавливаем эти свечи. Какую-то подходящую посуду, можно на песок, на соль, и зажигаем все 13 свечей. Это нужно делать в отдельной комнате. Отключите все звуковые приборы, телефоны, телевизоры, ничего не должно мешать. Закройте окно, притушите свет, смотрим на свечи и представляем, как весь сахар, диабет уходит из каждого сосуда вашего тела. Необходимо воспроизвести четкую визуализацию этого процесса. Закрываем глаза и представляем, как из каждого сосудика, из каждой клеточки вашего тела выходят просто кристаллы сахара и устремляются вне вашего тела. В этот момент необходимо, чтобы не было никаких негативных мыслей. Дыхание ровное, ваша душа легка. Смотря на свечи, повторяем еще 3 раза данную молитву. Выгоняю из крови своей разрушительную сладость. Уходи, диабет. Не нужна никому злая гадость. Аминь. И продолжаем визуализировать свое выздоровление. В конце визуализации сахар у вас весь вышел, все сосуды освободились, вы радостны, вы здоровы, вы полны сил и энергии для дальнейшей жизни. В конце, когда свечи все догорят, осторожно, салфеткой их собираем в какой-то кулек, выносим подальше и прикапываем под любым большим деревом. В этот момент, когда вы прикапываете эти свечи, проговариваем такую молитву.
«Матушка-Земля, прошу тебя, забери мою болезнь, пусть червяки ее переварят. Откуда пришло, туда и уйдет. Аминь». Все, прикопали свечи и уходим. Необходимо четко на 100% верить в содеянное, а также верить в свое исцеление. Это и будет залог вашего выздоровления. Описание данной методики я помещу и под этим видео. Можете ее скопировать и четко работать по этой инструкции. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайки, делитесь с друзьями данным видео, пишите комментарии и будьте здоровы!